Всем привет, я Оксана Дягина, политический обозреватель российского информационного агентства Federal Press. Хотя живу в Москве, душой болею за курский спорт и наши команды. Видела игру полуфинала курского «Динамо» в баскетболе в Крылатском, как наши девочки бились за победу и вырвались в финал Кубка России по баскетболу, это дорогого стоит. Хочу, пользуясь случаем, обратиться с пожеланиями команде. Дорогие наши, мы за вас болели, болеем и будем болеть. Курская «Динамо» стала уже брендом, который узнают в мире. Я верю, что вы сделаете все возможное, чтобы победить, потому что вы умеете быть первыми, вы можете и будете. Мы, куряне, где бы мы ни жили и что бы мы ни делали, всегда держим за вас кулачки. Успехов!